Что, пацаны, бомбит приорик. Нормально такой рыбачок. Да? С авторскими правами. Нормально, да, ребята? Кайф, короче, кайф, пацаны. Вот как вот эта вольвешка, конечно, бомбит, вот неизвестно, блин. Но она вообще-то, наверное, громкая. Там, наверное, нереальная громкость. Сейчас я готов? Ну, есть. Мы готовы. Запускаем. Идет щел. Внимание все на тротуар. 5, 3, 2, 1. Чем мне кто-нибудь уступит? Вряд ли, конечно. У нас не уступает мотоциклистам. Ну вот это на Лексусе я успею проехать. Все, поехали, ребята. Вот это кайф! Ох, как ветерочек меня обдувает. Вы бы знали, какой кайф. Реально, пацаны. Вообще прям. 36 километров. Тебе скорость 36 километров даже способна доставить кайф. Кайф, кайф. Хотел сказать квейк. Квейк, пацаны. Квейк, пацаны, это такая игра есть. Тоже прикольная. Такая духота, дышать вообще нечем. Вообще прям трэшево. Погода трэшевая, пацаны, лето какое-то трэшевое. Ага, вон, короче, тучки. Возможно, ливень где-то идет. Не зря мне МЧСовцы прислали СМС-уведомления. Кипасы, пацаны, бам-бам-бам. Как сказал бы Санек, Диабло R1. Какой кайф-то, а? Так, этот ремонт дороги вечный. А что, здесь дождик, что ли, прошел? Походу. Что-то мокренький асфальтик. Чуть-чуть, местами был. Стоит тебе только открыть визор, ну, поднять визор, да? И сразу же мошка прилетает здоровый, или жук здоровый, или еще кто-нибудь, прям в лобешник. Вообще трэш. Thank you.
Пипец, пацаны, начинается дождь. Начинается дождь, ты ё-моё. Ты ё-моё, блин. Вот эта погодка, я сейчас весь промокну. Вот что за трэш, блин, ну реально. Давай чуть-чуть прям, сильно не иди. Сейчас самый опасный асфальт, мокрый асфальт, блин. Самый опасный, который еще и не мокрый. Вот, и полусухой. Вот это трэш, блин. Не надо, не надо, дождик хорош, ну не иди. Не, ну реально хорош, ну братан. Ну ты че вот, на самом деле-то. Я сейчас промокну, как говорится, весь. Че вы, куда вы там перестраиваетесь все время? Обгоняете, перестраиваетесь. Ой, пацаны, вы бы знали. Ну, зато прохладненько стало. Ну, блин, ну там реально такое облачко, прям трэш. Опа, из-под КамАЗа прям жарище, прям пекло идет. Не, пацаны, не ускоряемся, не надо. По привычке, а то... Я первый раз попал в дождь, пацаны, с 2019 года. Это как душ. Это как душ, короче. Надо на заправочку встать куда-нибудь, переждать. Вообще трэшево. Вообще попадос. Блин. Он еще усиливается, этот дождик. Блин, что ж такое-то, а? Я уже почти весь мокрый. У меня рукава уже вот в хлам мокрые. Спина еще сухая, потому что там рюкзак. Давай, братан, прекращай, а, лить. Ну реально. Ты, блин, мне не нужен сейчас дождик. Реально, я не хочу быть мокрым. Но хотя, с другой стороны, как душ, в принципе, успокаивающе действует. Так, прохладненько после такой жары. Блин, прикольно так-то, ощущение прикольное. Вот так-то, блин, нормально. Я бы, знаете, больше на что, ребят, согласился. Вот когда ты едешь, идет такой дождик маленький, такой прям моросит. Вот капельки крупные, но редко падают. Вот, и чтоб сухой асфальт был. Вот это вот вообще будет кайф. Это, знаете, такой мотодуш, мотодуш. Не, ну реально будет душ на мотоцикле. Опасный, чё, он спокойно может не увидеть, блин, вот этот вот парень на газели. Паренек. После дождика кайфово. Вообще кайф. Вообще нормально, 150, вот мокрый. Вообще кайф, пацаны, я даже маленько подмерзаю. Ощущения кайфовые прям.